нашем подъезде один из жильцов оставляет свой мопед. Постоянный запах бензина меня беспокоит. Имеет ли хозяин мопеда на это право? Если другие жильцы с этим не согласны, как на него повлиять? Пользование общим имуществом многоквартирного жилого дома, а лестничная клетка является таким имуществом, осуществляется по соглашению всех собственников жилых помещений в многоквартирном доме. В случае, если лицо, задавшее вопрос, не согласно с тем, чтобы его сосед оставлял на лестничной площадке мопед, данное лицо имеет право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Значит, кроме судебного решения повлиять на соседа, оставляющего мопед на лестничной площадке, можно также, обратившись с соответствующим заявлением, например, в органы пожарной инспекции, которые обязаны соблюдать и устанавливать нарушение правил пожарной безопасности кем-либо из жильцов. В случае, если факт нахождение мопеда на лестничной площадке подтвердится, и этим будут нарушены нормы противопожарной безопасности, на соседа может быть наложен соответствующий административный штраф. Повлиять на соседа, чтобы он не оставлял мопед на лестничной площадке дома, можно, если обратиться в соответствующее подразделение жилищной инспекции по Приморскому краю. В случае, если опять же будет установлен факт нарушения правил пользования общим имуществом в многоквартирном жилом доме, на соседа будет составлен соответствующий административный протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.